Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. На улице Дзержинского водитель Нивы едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Дзержинского водитель Нивы пошел на обгон и едва не сбил школьницу. По словам автора видео, он ехал на грузовике и специально встал посередине дороги, чтобы пропустить девочку. Но лихач на Ниве не стал ждать. Водитель грузовика успел посигналить, ребенок среагировал, и аварии не произошло. Чудеса выдержки проявил водитель машины с регистратором на улице Ленина. На улице Производственной внезапно на красный сигнал выехал на перекресток водитель иномарки. Еще одних любителей красного сигнала светофора запечатлел регистратор на Слободском тракте. Ой, ну вы попали в видеорегистратор, ублюдки. Что, не знаю. Что, мы красные все проехали. На Октябрьском проспекте водители пассажир машины с камерой заметили на дороге пьяного водителя. Направо повернули, по Октябрьскому поехали. У-244, ОЕ, 43-й регион. О подозрительной девятке очевидцы сообщили в ГИБДД. Инспекторы оперативно среагировали и на выезде с улицы Правды попытались задержать нарушителя, но он не подчинился, и началась погоня. Ой, сейчас будет весело. Снимай. Он в отрыв пошел. На площади Лепси полицейские остановили девятку и задержали водителя. Подойди, скажи, что мы звонили. Так что видеосъемка есть. Водитель был с признаками опьянения, впрочем, как и пассажиры автомобиля. Помощь очевидцев инспекторам не понадобилась. Потенциальные убийцы остановлены. Мать, и мы молодцы! Все, сделали доброе дело, плюс карму. Михаил Вагин, место происшествия.